Здравствуйте, уважаемые любители аквариумистики! Вас приветствует первый аквариумный медиаресурс fanfishka.ru. Итак, подведены итоги всемирного конкурса по аквадизайну IAPLC 2021. Честно говоря, в России в этом году итоги не такие хорошие, как хотелось бы. К сожалению, из наших соотечественников, да и, насколько я помню, из стран СНГ, никто даже в топ-100 работ не зашел. Но на самом деле это не повод абсолютно огорчаться. Я считаю, это повод в следующем году сделать еще лучше, постараться и наконец-то победить. А сегодня я предлагаю обсудить работу нашего любимого админа Олега, которая вот сейчас вы видите ее на моем экране, и, наверное, мы ее несколько раз сегодня покажем вам крупно. И Олег раскроет некоторые секретики, которые вас интересовали, касающиеся тумана, касающиеся висюлик и так далее. Олег, привет! Как твои дела? Привет, Дмитрий, уважаемые фанфишевцы, всем респект и уважуха. Мы решили записать этот лайв именно потому, что после объявления результатов посыпалось много вопросов в мой адрес, и в целом создалась такая атмосфера, с которой бы хотелось поделиться, о которой хотелось бы рассказать. И первое, о чем мне бы хотелось сказать, что все участники от России и от Украины, от Беларуси, от всех наших постсоветских стран молодцы огромные. Я хотел бы сказать, что не стоит расстраиваться по поводу результатов или наоборот хвалиться тем, что я четвертый где-то с края там, да, это все вещи, которые возникают после того, как ты узнаешь результаты. Художнику всегда обидно, когда его не оценивают. И поэтому мой посыл – трудиться, добиваться успехов, усовершенствовать себя, понимать, что конкурс – это субъективная… Любой конкурс, он субъективен, да, и к этому нужно относиться правильно. Никогда не надо уходить в негативные ощущения. Всегда нужно понимать, что компания EDA старается для всего аквариумного сообщества. И им респект, уважуха, за то, что они делают. Все топовые работы, которые я видел, они все классные. Особенно после 50, там просто неимоверно красивые, естественные работы. Поэтому говорить о том, что вот наших засудили там за Северный поток. Я слышал версию такую, что наших не пустили, мстят за Северный поток. Что там, на Олимпиаде наших засудили. Олег, ну это тренд такой. Если что-то не получилось у России, значит виноват Северный поток. Это с этим ничего не сделаешь. Знаешь, важно и себя не винить, и не слушать всякую глупость. То есть, если твоя работа топовая, она будет топовая. Если эта работа слабая, она будет слабая. Я никогда не поддерживаю мнение о том, что в идее все куплено, что там вот преследуют интересы там дистрибьюторов, брендов, что пропускают там Джоша Сима всегда, или там Вьетнам всегда побеждает, Индонезия. Да ну глупости. Если работа качественная, крутая, она всегда будет в топе. Вот доказательство. Моя работа прошлого года, или, ну, допустим, Тереза Лазар из Украины, она постоянно заходит регулярно в топовые позиции каждый год, и возникает вопрос, ну а какое она отношение имеет к дистрибьюторам или допустим, реализации продукции идеи? Никакого. Поэтому никакого отчаяния, пилим дальше и только с позитивом. Мой посыл ко всем участникам по возможности на информационных площадках просто рассказывать о своей работе другим людям, чтобы другие люди видели ваши ощущения и видели то, чтобы вкладывали свою работу и перенимали ваш опыт. Вот в этом ценс. Закончу свою мысль, немного долго говорю об этом. Вопрос в чем, что от России, от огромной страны, участвует всего 15-17 человек ежегодно, от Польши, от Венгрии 30-40. И вот в этом проблема глобальная, что, к сожалению, аквариумистика России находится на дне. Ну, надо это признать. И нашим аквариумистам, даже нашим хедлайнерам тяжело конкурировать с
со странами, в которых, ну, достаточно благополучная ситуация, или где акваскейпинг развит сильно. Поэтому не надо отчаиваться, надо собраться всем вместе и дружно участвовать каждый год и заряжать своей энергией всех окружающих и близких, и родных, аквариумистов, кого вы знаете. Вот моя такая позиция. Ну а теперь давай перейдем уже непосредственно к моему аквариуму. Задавай вопросы, я постараюсь ответить. Да, давай. Еще хочу немножечко добавить. Ребята, все участники LPLC от России, от Украины, от стран бывшего Союза, те, кто, ну, как бы не получил, возможно, заслуженные награды, ребята, не расстраивайтесь. У вас у всех крутые работы, я их всех посмотрел. От того, что их не оценили судьи, хуже они от этого не стали. Если сейчас в любом случае в таких ситуациях подтягиваются диванные войска, вот те самые, которые как бы он сам ничего не сделал, но сейчас я тебя покритикую. Даже не надо вот отвечать на их комментарии. Просто говорите, дружище, иди домой. Иди домой и отдыхай просто, вот серьезно, тебе там место. А теперь давай непосредственно к твоему аквариуму. Вот опять же, мое личное мнение, я, конечно, далеко не там, никакой не судья и не акваскейпер, но я могу оценить с позиции простого человека, приятна ли мне работа или неприятна мне работа. Вот я тебе могу сказать, что в любом случае, да, несмотря там ни на оценки судей, ни на место и так далее, я на это смотрю, и это хорошо. Это здорово, мне очень нравится эта работа, она позитивная, в ней есть душа, и я смотрю на вот этот снимок, для меня это, вот, знаешь, некая картина, некое полотно, которое бы украсило, например, мою гостиную. Здесь видно, что сил, души и стараний вложено очень много. Олег, я предлагаю тебе, давай с самого главного момента, по этому туману там уже начались споры, вопросы, интерес, давай начнем с тумана. Как ты все-таки сделал туман? Расскажи, пожалуйста. Все мои работы, даже не топовые, даже самые такие новичковские, я всегда называл «Там, где живет красный дракон», «Логово химеры», «Язык тролля» в прошлом году. Вот, и эта работа, она называется, в конечном итоге она была названа «Стелящийся туман», но ее рабочее было название «Сонная лощина». И как родилась идея? В прошлом году, когда объявили результаты Омановского конкурса, когда работа моя зашла в Honor Prize, заняла 20-ку лучших работ из тысячи других, прошло пару дней, и все, у меня уже все кипело, чесалось внутри, мне хотелось сотворить еще что-то более крутое, еще более что-то агрессивное. И одной из идей, которая пришла в голову, это была идея именно с туманом, реализовать настоящий туман под водой, не из синтепона, не из песочка, как это делают многие, а именно, чтобы в воде был настоящий туман. И я изначально понимал, что идея крутая, но дико сложная, потому что, ну, сделать мутный аквариум может каждый новичок, у них это круто получается, по-моему. Угу. Только там, единственное, там туман по всему объему получается, а здесь должен быть акцентом, да? Да, изначальная проблема была даже на той сырой стадии, если ее можно так назвать. Я прекрасно понимал о том, что акваскейпинг — это то... Это произведение искусства. Зритель должен видеть каждую детальку в акваскейпинге. И туман все это перекроет. Поэтому я изначально понимал, что, скорее всего, это будет стелющийся туман. И более того, он должен быть максимально классный, максимально естественный, но тоже не перекрывать даже дно аквариума. Ну и в конечном итоге... Так получилось, что в сентябре прошлого года я в очередной раз посмотрел фильм Тима Бёртона «Сонная лощина». Я думаю, что многие зрители, и ты, Дмитрий, смотрел этот фильм. Это классика хоррора, и весь фильм пропитан туманом. Там каждый кадр, там, по-моему, нет ни одного... Ну, пару кадров, может быть, и есть без тумана, ну а так 90% фильма... Ну, там даже если присмотреться, там даже цветокор сделан так, что у Джонни Деппа лицо так, как будто он умер месяц назад. Он прям белый, как в муке весь такой вот этот. И вот помните этот момент, когда он там делает вскрытие, на него начинает на очки ему брызгать кровь, и она так прям, знаете, как на снегу смотрится на его вот этом белом лице. Это вот добавляет от той самой изюминки, вот эти, игра на контрастах. Ну вот, то и есть. Жуткая легенда, хоррор, да, и туман в этом фильме играет не последнюю роль. То есть он действительно манящий, страшный, из него выпрыгивает всадник без головы.
Ну и, короче, я впечатлился. Я впечатлился, и все, назад шагу не было. Я понял, что это будет дико сложно, но я все-таки сделаю эту идею, покажу людям, что можно вот так работать. Ну давай, И... я думаю, подводки всем хватило. Давай теперь расскажем все-таки, как это было сделано. Хорошо, давай переходим предметно. Итак, раскрываем секреты тайну. Вот что есть Вот он, туман. стиральный порошок Ариэль, да? Что Да. это? Реклама Тайда, да? Волшебный порошок. Сейчас я хотел бы выразить огромную благодарность лаборатории Владокс. Еще ее знают как Медоса. Я хотел бы сказать спасибо Ивану Пономареву огромное, а также Владимиру и Оксане, владельцам компании, которые помогли в технической реализации данного проекта и подсказали, из чего лучше сделать туман. То есть на практике мы там... Ребята, вам большое спасибо за Огромное участие этой спасибо, Вань. победы. Вань, тебе Просто вообще респект от просто. фанфишки. Да, мы на самом деле где-то чесали репу около месяца, как технически реализовать туман в аквариуме. Проблема в чем, что вещество должно быть инертным, оно должно быть безопасным для рыб, растений, гидробионтов. Оно должно именно слоиться в аквариуме, делать слоиться, а не расплываться по всему аквариуму, не растворяться. И более того, еще одним важным условием было, что его можно было прекрасно, удобно запускать в аквариум и, соответственно, потом выводить Убрать из из аквариума, аквариума. То есть логично. задача была на самом деле очень сложная. И вот открываем тайну. Аморфный диоксид кремния. Это то вещество, которое я использовал для создания тумана. Теперь все зрители могут поставить на паузу сейчас видео, сходить на кухню, открыть аптечку, достать полисорб и посмотреть, что там написано. А там написано кремниодиоксид коллоидный. Ну, то есть это аморфный диоксид кремния в бытовом варианте, который вы можете достать. Но я сразу поспешу всех зрителей успокоить. Вы, конечно, можете поэкспериментировать в аквариуме с полисорбом, но я вам сразу скажу, что у вас нифига не получится. Я полгода тренировался с этим туманом, а если лучше сказать, то я то туман тренировал меня полгода, причем жестко и в самых извращенных формах. То есть то, что вы видите, это Вот тяжело. смотрите, вот этот человек потом скажет, я хочу, чтобы вы участвовали в аквариумном конкурсе, да? А сейчас он говорит, ребят, участвуйте, да. Полгода вы будете, короче говоря, что-нибудь бросать в свой аквариум. Неизвестно, чем это кончится. Возможно, вы выживете. Возможно, да. Вот, я так пробовал, видите, все нормально, у меня получилось. Так что, ребят, участие в аквариумном конкурсе, это прекрасно, честно, это прекрасно. Вот вы видите человека, который как бы... Которую это получилось, но это такая работа тяжелая, серьезная. Это часть жизни просто уже. Не, ну безусловно, заниматься профессионально акваскейпингом, участвовать и занимать топовые позиции, это тяжело. Но опять же, вот я подчеркну, что важна идея. Идея и ее реализация. Вообще, если вы хотите стать акваскейпером, нужно всего две вещи. Идея и реализация. Об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. Но, например, язык тролля, он зеркалом сделан. Я не думаю, что сложно будет аквариумисту впихнуть на дно аквариума зеркало. Понимаешь, тут вопрос, да, сложно, но все возможно. То есть не надо отпугивать, не надо отпугивать от конкурсов. Слушай, раз сказал про зеркало, расскажи, у тебя сверху просто офигительное отражение от аквариума на фото. Как ты его получил? Вот кто видит у меня на экране, вот смотрите, видите? Дмитрий, раз ты затронул вопрос с отражением, ну давай тогда перескочим на него. Так, ну смотри, во-первых, в акваскейпинге стоит сказать, что очень ценится отражение. Отражение в аквариуме бывает три. Правая, левая сторона и водная гладь. Но в языке тролля я нарушил это правило и использовал зеркало как четвертое отражение. Именно... У тебя получилась Да, донная донная гладь. гладь получилась. Но в целом, по классике жанра, три отражения. И в данной работе я действительно сделал огромный упор на отражение аквариума в водной глади. Почему? Во-первых, это космос. То есть пространство аквариума в акваскейпинге должно быть все заполнено. И когда ты делаешь шикарное отражение, объем аквариума увеличивается, детали увеличиваются. И если говорить о этом отражении, интересно, что... Если все присмотрятся, то по верхней арке и по левым верхним
зонам я пускал роталу Мьянмар. Мьянму или Мьянмар. Ну, неважно, то есть красную травинку, которая вот делала такой вот красненький бордюрчик и шлейф сзади. Интерес в том, что спереди его не видно, а вот как раз-таки работа шла на то, что сзади, сзади оно есть, и в отражении оно видно. Это очень ценится в акваскейпинге, я думаю, что как зрители все тоже заценили эту фишку и прикол. Делается оно просто в принципе, то есть вы учитываете это, учитываете зону посадки и планируете, и получаете такой шикарный вид. Кстати, по центру видишь камешек такой кругленький с мхом, это ж язык тролля. Вот если Да. посмотрите старую работу, может быть сейчас включим Ну изображение, да, это тот же да. самый язычок. В целом, то есть камни те же самые я использовал, что и в прошлом году. Как я работал с туманом? Во-первых, важно было сделать нужную суспензию, то есть определенную концентрацию порошка, разбавлял с водой, и потом вот при помощи вот такой вот штуки, которую, наверное... Слышь, я такой в Остине Пауэрсе в Но первой мне части напоминает видел. кавказскую пленницу, где они прививки делали. Он там целую книгу об этом написал. Прям вообще такая. Окей, давай, да, как Вот, ты и через работал? этот шприц я набирал суспензию диоксида кремния, и через шланги, заранее проведенные в определенных местах, я вводил, опять же, по определенной технологии, то есть небольшими пропшиками, я пропшикивал аквариум таким образом, чтобы вот как раз-таки туман стелился, но не расползался. Вот, собственно, и туман. Главная задача была реализовать именно стелющийся туман, чтобы это было не что-то белесое, непонятное, а чтобы зритель видел именно эффект стелющегося тумана, как он стелется в природе, на лугах, полях. Вот, поехали дальше. Обращаю внимание зрителей на то, что туман немного подсвечивается, особенно в точке 0. Вы можете заметить, что он такой вот интересно светящийся. И могу сказать, что решение было найдено вот при помощи такой штуки. Я пошел в ближайший ларек и купил обычный И купил себе брелочек брелок. светодиодный, да. Потом взял его, обмотал в пищевую пленочку и уложил на дно аквариума. И все, и получил вот такую прекрасную штуку. Кстати говоря, в верхнюю арку тоже воткнут был подобный светильничек, брелок. Для чего? Для того, чтобы растения под аркой были освещены более ярко на фотографии. Так-то они в жизни росли хорошо, но на фотографии арка, естественно, верхняя давала хорошее затенение и не получалось показать растения. Поэтому я просто воткнул туда светильничек, приклеил. И все, и получил хорошую картинку. Так, что еще такого прикольного рассказать? Интересно то, что, скорее всего, я впервые, не утверждаю, но, скорее всего, я впервые использовал Монте-Карло именно в висячем положении. То есть вот эти вот сопельки, которые видите вы на арке или на вот этой руке, которая на коряге, как объяснить, слева. Ну, я думаю, что мы сейчас... Я сейчас покажу, это вот имеется в виду вот это вот место на Ага. экране, вот оно, смотрите, видите, она как будто несколько пальцев, с которых между пальцами начинает свисать вот эта Да. самая выстриженная куба. Слушай, Олег, раз я начал, и мы как раз вот зацепились за эти чудесные висюльки, вот ты мне скажи, я один вижу здесь, вот у тебя была такая работа логовый химерик, да, где такие были острые зубы, сделанные из камней. Вот в принципе я вот здесь вот вижу вот этот авторский почерк, что все равно я наблюдаю такие некие открытые пасти, которые меня затягивают внутрь. Вот там вот, вот за вот этими зубами, да, я вижу такую красную глотку, которая меня пытается поглотить. Это отсылка, либо это просто уже сформировавшийся стиль, который тебя все равно толкает вот в это вот Интересное у тебя направление. впечатление. Когда аквариум, как бы, он очень вроде добрый и миролюбивый, но он хочет тебя съесть все Ну, равно. безусловно, да, это мой стиль. Нравится мне все остренькое, темное, завораживающее, пугающее. Ну, это и есть то, о чем я говорил, направление wild в акваскейпинге. Я просто реализую еще свою дополнительную идею ко всему этому. И да, Монте-Карло выглядит именно вот как пила. То есть вот верхняя арка, она по сути отражает, ну такая достаточно острая. Но я хотел закончить свою мысль, Дмитрий, тем, что вот мне первому удалось реализовать именно висюльки
Монте-Карло именно в водной глади. Все мастера акваскейпинга делали подобные висюльки, но они делают их на камне. То есть на фактуре свисают красиво, а получить именно висюльку, показать висюльку в воде, ох, как это дорогого стоит. И это действительно сложно, но и в то же время красиво. Так, ну и что? Естественно, смотри, знаешь, вот задай мне вопрос, как я определил, что пора фотографировать работу? О, слушай, ну сейчас это, нет, смотри, давай я тебя сейчас расширю этот вопрос. Вот смотри, я тебе добавлю намного интересней. Во-первых, сколько прошло времени от запуска до того момента, как ты сфотографировал работу? И второй момент еще, да? Что ты видел в своем аквариуме, что ты говорил, сейчас работу фотографировать рано? И что случилось такого, что ты сказал, вот теперь... Вот, надо идти за фотоаппаратом и готовиться. Вот три вопроса. Первый вопрос. Когда я начал? Начал я в середине ноября прошлого года, 2020 года, и закончил в середине мая 2021 года. То есть, получается, прошло примерно 7-8 месяцев от начала до конца. Маленькая жизнь прошла практически. Да, но это классная была маленькая жизнь. На самом-то деле меня прут не конкурсы, а вот именно вот эти полгода, когда ты вкалываешь, но получаешь дикое удовольствие от этого. И смотри, в целом отвечу на вопрос, в целом акваскейпинги строятся от 3 месяцев до полугода, но я в этот раз решил не спешить, и взять себе запас еще в пару месяцев. Почему? Потому что у меня на руках грудной ребенок, который нифига не спит. Поэтому я хардскейп построил за 2 недели, базовый хардскейп, а потом еще по-мокрому допиливал основные фишечки в течение полугода. Ну, у меня другого варианта не было, как вот хотя бы запуститься, сделать базу, а потом уже ее допиливать по-мокрому. И второй вопрос был по поводу, когда можно, когда нельзя было фотографировать. Слушай, но в целом, естественно, любую работу акваскейпер фотографирует, когда видит результат, когда растения входят в максимальный габитус. Но в данном случае получился прикол. Если вы обратите внимание на фотографию, вы видите, как няшно и круто смотрятся свечики у буцик в разных зонах акваскейпа. Слева, посерединке. Вот я это заотметил, кстати, Вот да. эта фишечка. У меня даже не было никаких размышлений. Я увидел, когда буцка начала пускать первую свечку, смотрю, там они появились зелененькие. Я все, я понял, что вот, готовься, Олег, через 5-7 дней, когда свечечки наберут сок, станут белыми, будь готов фотографировать. И так случилось. В этом году я вообще не заморачивался, что вот надо подождать, где-то достричь, подстричь. Я подстроился под буцефаландры. И как они взяли, все вместе выпустили свечки примерно одновременно, я просто начал фотографировать и поймал вот этот шикарный момент, запечатлел, как красиво цветут эти растения. Вот. Поэтому в целом я оцениваю этот аквариум как на несколько шагов, на голову выше, чем язык тролля. Если посмотреть, вот у меня сейчас перед глазами на стене висит язык тролля. Ну, работа достаточно простая, интересная и простая. Это же работа «Сонная лощина», ну или «Стелящийся туман». Она шикарная, она действительно объемная. Да, в ней, допустим, нет шикарной перспективы, но я, допустим, и не преследовал цель сделать огромную перспективу. Моя задача была сделать локацию, да, «Сонную лощину». Туман стелющийся, то есть наоборот, мне надо было как бы нагнетать обстановку. То есть, если бы я делал шикарную перспективу, оно бы все растянуло и сделало бы немного все более легким. Поэтому перспектива здесь есть, но она достаточно такая купированная. А так-то, ну, смотрите, все аквариумное пространство заполнено. Есть игра зеленых красок, красных красок, что очень сильно ценится. Фактура, тень. Определенные детальки есть, поэтому в целом мне все нравится. Дин, давай, задавай вопросы, какие бы ты хотел, а я постараюсь ответить.
Так, Олег, слушай, ну это, конечно, классно, то есть все, что ты сказал, но есть еще несколько вопросов. Вот смотри, вот сейчас тоже я не знаю, увидит ли у меня. Вот здесь вот смотрите, такая арочка мистическая, да? Вот здесь такое все в тумане. Здесь обратите внимание, вот он, похоже, тот самый всадник без головы, видите? Она не освещена, но она одинокая, висит такая просто, как летит в воздухе вот эта рыбка. Вот я могу сказать, что когда я это увидел первый раз, а я это фото как бы спойлерю, я его чуть раньше увидел, чем многие другие, я вот эту рыбу заметил. Вот это, мне кажется, вот она все сделала, честно. Олег, давай расскажи про вот эту одинокую рыбу подарка и как она там оказалась. Ты ее заставил? Да, приклеил на суперклей. Сейчас расскажу как. К воде. Слушай, ну на самом деле в этом аквариуме были тетраманды и разборки. Ой, не разборки, прошу прощения, эти микроразборы. Микроразборы галактики. И вот это вот в точке ноль подарочкой как раз-таки стоит разборка, хотя я не планировал фотографировать. В целом в акваскейпинге, если посмотреть топовые работы, там акваскейперы стараются либо вообще убрать рыбу, чтобы она была незаметная, либо делать красивые косяки, да, что добавляет динамики в картину. В данном же случае у меня вот так шикарно встала эта разборка. И мне кажется, почему я выбрал эту фотографию? У меня же разные были варианты. Я же тоже ловил рыбы в косяках и по-разному, но выбрала эту фотографию действительно именно потому, что рыба одинокая, она стоит в точке ноль, в самой сильной точке, куда, по идее, и должен устремляться последний взгляд зрителя. И это подчеркивает вот эту всю грусть, может быть, печаль, таинственность аквариума. Поэтому, ну, так вот получилось. И при этом, если заметишь, слева там еще есть рыбки, но они вот как раз-таки спрятаны за камень и в целом не портят картины. Поэтому, ну, не знаю, кстати, пусть зрители напишут, интересно это или нет. Мне кажется, что вот эта одинокая рыба стала еще одним плюсиком в этой работе. Вот, но фотографировать сложно, конечно. В целом можно сказать, что эта работа, конечно, отличалась от многих других. Здесь я как обезьяна с гранатой прыгал, то тут пустил туман, то тут пустил туман, потом подбежал к камере, потом там помахал в аквариуме, струсил улиток. То есть было достаточно сложно на самом деле поймать рыб вообще хоть в каком-то ракурсе. Поэтому мне кажется, ну вот это самый достойный вариант, который получился. Вот, фотографировать на самом деле тоже сложно. Это прям финальная ответственная точка, Ну, то есть, которую ты строго не можешь говоря, ты смазать. можешь сказать, что вот эта чудесная рыбка, да, это как бы она здесь поработала моделью, и, в общем-то, не сказать, что это прям вот ты так запланировал, да, это вот, ну, так, определенное такое стечение обстоятельств, при котором вот рыба заняла случайным образом реально очень, очень подходящее место, и потом ты из ряда фотографий просто вот понял, что вот да, вот оно. Ну да, конечно, в целом скейперы предполагают расположение рыб, но, конечно, многое зависит от них, ты же рыб не заставишь. В этом плане, кстати, есть одна такая фишка, берете лазерную указку, у меня сейчас с собой ее нет, и можете лазерной указкой водить рыбам в то место, где они должны стоять. Рыба реагирует на лазерную указку и тусуется в том месте, где вы ей водите. И можно так сфотографировать рыб и отправить работу, соответственно, на конкурс. Но я этим не пользуюсь. Интересный, кстати, лайфхак, вот я лично не знал, я думал, это только с котами работает, Слушай, оказывается, видите. попробуй. Коты просто курят нервы в сторонке по отношению к тому, как рыбы это делают. Рыбы просто реально все сбиваются в клин, Да, слушай, особенно. я прям вот у меня сейчас за мной стоит аквариум, я прям сейчас вот закончим, я попробую. Но малавийские цихлиды вообще просто там в восторге от этой красной точки. Да все, в принципе, рыбы. Ну, естественно, там, я думаю, что гуппи, петушки будут тормозить, но вот такие юркие шебутные стайные рыбки однозначно будут на это реагировать. Вот. Ну, я думаю, да, анцистру, скорее всего, даже от стекла не оторвешь. Ну Хотя да. можно попробовать. Ну ему в глаз можно посветить. Ну, Вот. если только, да. Да, и он может отреагировать. Вот, поэтому да, рыбы тоже, конечно, вообще в целом в акваскейпинге каждая деталь важна, поэтому постановка рыб тоже важна, многое зависит от опыта, но и много, конечно, зависит от рыб, потому что, ну, если рыба находится в стрессе, то изначально там начал баламутить аквариум, то рыба уходит в стресс, жмется ко дну, и все, и у тебя фотосессия сорвана. Поэтому рыб надо любить, там, не знаю, обожать, чтобы они заняли нужную позицию. Это достаточно сложно. Давай следующий Понятно. вопрос.
Слушай, вот скажи, вот мы здесь опять же видим, обратите внимание, да, мы видим сзади краски розового и видим некий градиент вот здесь белого, и здесь все это уходит в такую синеву. Вот по заднему фону расскажи, как ты добивался вот этого всего, и как вот оно так получилось. Еще, знаешь, раз уж мы зашли за фон, у тебя там помимо вот этой одинокой рыбы есть еще прям на самом верху, вот на этой руке, на одном из пальцев, у тебя там еще одинокая креветка такая стоит. Вот она мне больше всего здесь напомнила того самого всадника без головы на самом деле. Она прям такая из ниоткуда возникает. Вот расскажи про фон. И видел ли ты эту креветку, или это я сейчас тебе рассказал? Слушай, на самом деле там креветок очень много, если присмотреться, просто они маленькие. Естественно, я когда получил фотографию, я увидел всех креветок, не только эту, а всех абсолютно. И да, тоже подметил, что наверху эта креветочка, она прям тоже замечательно так смотрится. Но они, кстати, есть и внизу. Да, я же говорю, их на самом деле у меня в этом году так. Просто почему я именно здесь вот ее отметил, она как бы, она все равно видно, то есть несмотря на то, что она мелкая, видно, что она красная была, да, и она на Безусловно, синем, таком да. сине-белесом фоне, Креветки она очень контрастно смотрится. многие акваскейперы используют именно тоже креветок, как еще один акцент, еще одну детальку. Ну, в данном случае я не скажу, что это серьезный акцент у меня получился, но если ты увидел креветку, ну, значит, судьи тоже ее Я просто увидели. тебе более того хочу сказать, мне мало то, что я увидел, тут я не знаю, может быть это опять же эффект фото, но смотрите, интересный. Вот он идет куба у нас, да, образуя некий радиус. Вот обратите внимание, что ровно под креветкой не хватает небольшого кусочка до ровной дуги. И вот креветка изогнута так, что вот эта дуга становится полной вместе со спиной этой креветки. Элемент? Элемент? Элемент, Дим, я только тебя подправлю, это Монте-Карло. Куба у меня вот в Ой, самом деле. простите, дама. Не, ну так, чтобы Это мы уже оговариваемся, да. да, просто на фотографии легко спутать Монте-Карло с Кубой. Куба у меня на нижней дальней арке, а все спереди это Монте-Карло. Так, ты мне задал вопрос по поводу фона. Ну, смотри, во-первых, стоит сказать, что по классике жанра в акваскейпе должна быть 1.0. В данном случае у меня 0 базовая, это вот нижняя арка, вот этот кругляшок и просвет. Но я сделал еще 3 просвета под вот этим деревом основным слева. Почему я сделал и не закрыл их? Ну, во-первых, я предполагал, что их немножко сгладит туман. И если присмотреться, то там действительно такое создается ощущение, что туман как бы выходит вот из этих вот просветов. То есть это вот как раз-таки тот элемент, который добавляет мистики в аквариум. Поэтому я, в принципе, не стал закрывать их сильно и оставил так, как оно есть. Что же касается основного бэкграунда, он виден, градиент синего виден наверху, то вот я добивался как раз-таки хорошей, сочной, синей картинки, но не веселой. Вот опять же, давай сейчас включим язык тролля, и там тот же, точно такой же фон, но он легкий, веселый, он как бы подчеркивает небо на рассвете или на закате. Здесь же я пытался сделать, опять же, сделать более грузную работу, то есть обычно в природе туман-то когда появляется? Когда сыро, когда погода, ну, не солнечная, поэтому, естественно, понимая это, я старался сделать хороший синий светлый фон, но вот не переборщить. То есть очень была серьезная работа именно с оттенком синего цвета, чтобы он не был не веселый и в то же не время не был сильно грустный или темный, а именно вот такой, какой он есть. И я думаю, что у меня получилось именно создать фоном настроение аквариума. А делается он просто, на нашем канале уже есть ролик об этом, мы подробно рассказывали. На заднее стекло клеится матовая пленка Аракал. И просто сзади ставится любая подсветка, какая у вас есть. Вот я, в принципе, на всю длину. Я не буду долго рассказывать, там достаточно сложная сзади была подсветка, но смысл в чем, что сзади у меня просто источник света белый. А, ну и на стену за аквариум я просто повесил ватман с синей акварелью. Короче, ребята, кто не видел, ролик на канале у нас есть об этом. Посмотрите, пожалуйста, сейчас ссылка всплывет на экране, здесь или здесь. Ну и давай оставим ее в описании. Посмотрите, там все подробно об этом рассказано, как сделать классный няшный фон в аквариуме. Вот. Олег, слушай, что еще хочется вот у меня
уточнить. Вот по краям, на периферии, да, снимка, слева и справа, мы видим ребра верхние самого аквариума. Как бы, да, я согласен, и видно, что они придают периферийным точкам снимка определенный объем и задают даже определенное движение вперед. Но может так показаться, да, вот, ну, и мне, наверное, и вы это заметили, да, что они создают такой некий голубой цвет, который, как бы, ну, немножко здесь может показаться не к месту. Вот, поэтому у меня вопрос к тебе. Вот у тебя было в планах, и, как бы, скрывать эти ребра, чтобы их было не видно каким-либо способом? Либо нет, ты специально сделал такой акцент, чтобы это выглядело именно вот так, с определенной динамикой. Расскажи, пожалуйста. Дмитрий, я не делал специальный акцент. Эти ребра присутствуют во всех акваскейпах. Вы можете посмотреть это, проверить. От них никуда не уйдешь. И более того, я тебе могу сказать, что судьи ориентируются по ним, в плане чего, как сфотографировано, сфотографирован аквариум. По правилам конкурса аквариум должен быть сфотографирован строго фронтально, то есть не допускается отклонение вправо-влево, это понятно, но, естественно, не допускается отклонение вверх и вниз. Ну, в общем, какие-либо искажения запрещены правилами конкурса, как минимум за это снимают баллы. Поэтому эти ребра как раз-таки показывают судьям правильную позицию. Олег, то есть уточни, я правильно понимаю, что у тебя оптический центр линзы объектива должен четко стоять по центру вот аквариума? По правилам, да. Четко, то есть можно немножко играться с этим и шаманить. То есть чуть-чуть опуститься, чуть-чуть вверх-вниз. Mm-hmm. Можно... Допустим, как многие акваскейперы делают, вот у меня в этой работе аквариум доверху был заполнен, но, допустим, многие акваскейперы делают скейп так, понимая, что они могут немножко спустить воду. То есть немного работают с верхней водной гладью. Ну, так, чтобы было понятно, допустим, аквариум в высоту 50 сантиметров. Они строят хардскейп так, что он доходит, допустим, до 40 сантиметров. А потом, чтобы хорошо разместить отражение, они просто спускают воду до 45 сантиметров и получают шикарное отражение. То есть вот так можно работать, это не запрещено. Вот, но не слабо, интересно. Да, но в целом, то есть какие-либо вот... Слушай, Олег, а поясни тогда, мне просто этот момент, вот, я сам, мне очень интересен, я сейчас много нового для себя узнал. Есть же такое как бы классическое операторское правило, что чем у тебя короче фокусное расстояние объектива, чем ниже должна быть точка съемки. То есть если мы снимаем на фишай, мы вообще практически там на землю камеру опускаем, да? То есть получается, у тебя есть какой-то специальный объектив с каким-то определенным фокусным расстоянием, на который ты можешь так снимать? Слушай, ну, если тебя интересует, и ты, кстати, не знаешь, какое у меня оборудование, я фотографирую на полнокадровый Nikon D750, и объектив, какой я использую, сейчас, секунду, слушай, слушай, на секунду отойду из кадра, выйду, может, это будет интересно. Фотографирую я на универсальный тоже объектив, вот на такую штуку, она стоит, ну, не знаю, я не помню. Тысяч, наверное, 40 она стоит, только объективчик. Так, я просто сам забыл, как он называется. Nikkor 24-120. Ну, это зум, то есть с большим разбросом. А на каком ты примерно фокусном расстоянии снимал? Да дай бог вспомнить. На длинном конце, на коротком конце, посередине примерно. Слушай, ну я стараюсь полностью зажимать, да, то есть не заниматься зюмом, во-первых, да, вот таким. То есть я полностью выкручиваю объектив в ноль и физически ставлю камеру где-то на расстояние, ну, где-то метра два-полтора. И там определенное шаманство, понимаешь, очень сложно. Во-первых, мне просто это довольно интересно. То есть, получается, ты снимаешь на 24-м фокусном расстоянии на полном кадре. Это, к слову, это очень широко. На самом деле, это уже прям, ну, это очень большой захват в кадре будет. Из 2 метров, вот, получается, человек хватает снять весь. А ты, слушай, а обрезать фотографии в редакторе тоже нельзя по правилам или можно? Вообще, я тебе скажу так, что... В правилах конкурса написано, что участники должны присылать сырой вариант. Вот как сфотографировал, так и присылай. Но знаю, и я обрезаю, и знаю, что львиная доля акваскейперов вот обрезают фотографию именно по краям. И, ну, то есть работы принимаются. В этом ничего страшного просто нет. Просто совсем жестко, на самом деле. Я сейчас вот представил, прикиньте, вот вам нужно объектив поставить в лоб к аквариуму, вам нужно правильное фокусное расстояние,
Скорее всего, кроп вам не подойдет, потому что вы его должны пульнуть аж к той стене, потому что как бы угла не хватит совсем, да? И еще при этом вы должны так сфотографировать, чтобы у вас края кадра со всех сторон. То есть еще нужно, в идеале, то есть аквариум нужно выбирать под это, слушай, под Дим, соотношение но... сторон. То есть а тут такая, знаете, по фото-то наука еще поинтереснее, чем самого Aquascape будет. Ну, естественно, это финальная стадия работы, и ты ее смазать не можешь. Поэтому, ну, я готовлюсь за несколько дней к этому. То есть я сначала делаю пробные фотографии, потом сама фотосессия у меня занимает, дай бог, световой день, а то там может быть и несколько суток. То есть я делаю где-то порядка от 300 до 1000 кадров. Я просто к чему, ребят, разговор этот завел. Вот участие в Омановском конкурсе – это не только мастерство акваскейпа, мастерство художника, аквадизайнера. Вы должны быть еще и фотографом. Притом не только фотографом, еще и режиссером своих снимков, потому что как вы должны выбрать правильный момент, правильно выставить себе свет, вы еще и световик туда же, да? Потом вы должны как бы владеть определенной фототехникой, и не только в плане ее наличия у вас, еще и в плане скилла. Наличие зеркалки не делает вас фотографом. То есть на самом деле, вот я сейчас вот понимаю, да, то, что сделал Олег, это вот это на самом деле это очень тяжелый труд, который был долго, который человек реально работал. Слушай, ну давай продолжим мы тогда разговор про фотографию. Там много чего интересного можно рассказать. Ну вот, например... Давай, конечно, тем более мне эта тема как бы очень близка, и я сейчас с удовольствием с тобой послушаю, и может что-то еще скажу сам. Слушай, ну и отлично как раз-таки. Вот и по беседам. Ну смотри, многие аквариумисты считают, что скейперские работы, они дико отфотошоплены. Отчасти это правда, отчасти нет. Вот, допустим, данную работу... Я, естественно, в фотошопе обрезал, да, по периметру аквариума. И, например, мне, знаешь, что хотела сказать? Что ты правильно заметил. Один вопрос – это у тебя фотоаппарат, да, который есть, объектив. Но если ты правильно не выставишь свет над аквариумом, за аквариумом, то ты получишь некачественную фотку. Поэтому... А свет и оптика, они вообще, я считаю, первичны. Вот смотрите, ребят, вот, кстати... Там были вопросы к моей картинке, у меня самого к ней были вопросы. Вот эту камеру, да, вот это, она мне в принципе нравится, я ее никогда не продам, но я ее купил 12 лет назад. Это моя первая зеркалка Canon 60D, то есть как бы. Вот сейчас стоит нормальная оптика, благо там всеми правдами и неправдами поставили нормальный свет, и картинка все равно стала нормальной. Ну, 12 лет назад купленную камеру. То есть оптика, свет, за идея и руки. Вот так, наверное, я бы сказал. Да, полностью с тобой согласен. И вот говоря о фотошопе, допустим, что я сделал в фотошопе? Это я еще убрал дисторсию, которую дает объектив. Вот, кстати, тебе, наверное, интересно будет это узнать. То есть вот, когда ты фотографируешь на любой, даже самый классный фотоаппарат, он дает дисторсию, такой бочкообразный вид того, что ты сфотографировал, и вот фотошоп... В общем, я сейчас, вот, просто мне сейчас легко это объяснить, что такое, ребят, бочковидная дисторсия. Смотрите, у меня сейчас стоит 16-миллиметровый фишай. То есть он как раз, у него бочка, вот эта самая бочковидная дисторсия, это не дефект объектива, как, допустим, ну, на вот на такого объектив, класса объектив, как у Олега, это его фишка. Смотрите сейчас, что будет. То есть, видите, рука насколько искажается, насколько перспектива, вот она... У меня вот она камера. И то есть здесь бочка очень сильная, видите, изображение у меня вывернутое аж такое, оно прям шарообразное все. Вот, на таких объективах, как у Олега, по идее, это дефект, вообще говоря. То есть это именно отсутствуют линзы в группах, которые компенсируют этот эффект. То есть на супер дорогих объективах, вот вы берете там линеечку, вот так ее в край кадр ставите, и она остается прямой линией. Но это, наверное, такой объектив, не знаю, 1200 может стоить, где-то так вот, чтобы примерно понимать. Ну, этот 40 стоит. Слушай, да, там есть дисторсия, она не дикая, но тем не менее, вот говоря о фотошопе, ну, естественно, она искажает тот аквариум, ну, аквариум, который я вижу своими глазами. Поэтому вот мне приходится специальной программулиной просто нажимать на кнопочку, там есть объективы, в частности, я просто выбираю объектив по номеру, и он мне будет убирать дисторсию, аквариум становится... таким, каким я его вижу, без искажений. Ну и еще что я делаю? Я, в принципе, просто немножко могу поработать с балансом белого.
И с экспозицией. Все, вот весь фотошоп. То есть я хочу сказать, что чтобы люди не думали, что там акваскейперы занимаются диким фотошопом. Нет. На самом деле вся работа в редакторе сводится просто к тому, чтобы передать вид аквариума такой, какой он в жизни. То есть глазами я вижу аквариум вот именно так, как сейчас вы видите его на фотографии. Даже лучше вижу на самом деле, потому что я могу походить из стороны в сторону, увидеть его объемы, увидеть его краски. Но, к сожалению, никакая даже супер-пупер цифровая техника, она не позволяет передать всю красоту аквариума. Поэтому, да, иногда приходится вот прибегать к таким вещам, убирать дисторсию, играть То с есть, балансом смотрите, белого. в редакторе, вот да, как бы окей, вот сам акваскейпер мастер согласен, что да, акваскейперы фотошопят свои работы. Но в фотошопе они не делают работу красивее, чем есть она на самом деле. Они компенсируют недостатки своей оптики, своей камеры, там, своего света и так далее. Это просто борьба с неким несовершенством. Вот техника не смогла отработать. То есть он сделал лучше. Он и смотрит глазами на свою картину, да, на свое, так сказать, на свое творение и видит, что да, камера передать не смогла, так как он это видит. Поэтому, ну, это не надо говорить, что вот там все это фотошоп и все это ерунда. Я лучше нарисую. Дмитрий, да, слушай, на моей практике было пару случаев, не на моей практике, а то, что я видел, было несколько случаев дисквалификации конкурсных работ. Но там, честно говоря, был жуткий, наверное, такое слово скажу, зашквар, когда люди просто добавляли рыб. То есть у них не хватало в косяке рыб, и для того, чтобы создать более красиво, они просто лепили, ну, приклеивали Ну рыбок на это, фотографию. слушай, это ход достойный, конечно, Да, то есть, Кутузова ну просто, или, да. допустим, там просто добавляли какие-то, ну вообще просто откровенно левые элементы, или, допустим, красили траву, то есть у них трава там была в бороде, они бороду красили в зеленый цвет, и получалось очень красиво. Вот, ну это, естественно, так скажем, недопустимо, Понятно. но легкая коррекция допустима. За это я еще не встречал ни одного случая дисквалификации по Ну, этому то есть, если поводу. ты зеленую траву, как бы после там желтизны, допустим, Никона делаешь новый зеленый, да, то это нормально. Но если у тебя была там черная борода, а ты ее покрасил в зеленый цвет, не надо так делать. Ну, Дим, в том-то и дело, понимаешь, у тебя трава должна быть в сочном, классном габитусе. Ты из желтой травы это всегда видно и всегда, Конечно, простите, само палится. собой, То есть у вообще. тебя Как изначально должен ты должна там не быть. рисуй, какой ты не мастер будешь цветокоррекции, все равно это будет видно фальш и бесполезно Да, то есть абсолютно. изначально у тебя должна быть топовая картинка, ты ее просто дотягиваешь до того, как ты это видишь в жизни. Вот и все. Ну, кстати, вот если мы заговорили про траву. Я вот сейчас смотрю на фотографию свою и хотел обратить внимание зрителей и тебя, может, тебе это тоже понравится, фишечка. Вот смотри, Монте-Карло, она везде в разных зонах имеет разный уровень освещенности. Допустим, слева она темная, ее видно, но она темная. Справа на верхней арке она светлая, не высвеченная, но вот яркая. И прикол в том, что вот внизу Монте-Карло под лапой, под деревом, откуда выскакивает этот, как его там, самый всадник без головы, там Монте-Карло светлое. То есть на самом деле была проведена дикая работа, чтобы получить, допустим, внизу Монте-Карло светлую, вот рядышком, а вверху рядом, ну мы пропикаем ребятам, покажем на бандикаме, о чем сейчас речь идет. То есть вот внизу она светлая. Внизу она светлая, а внизу слева она темная. То есть это серьезная была работа со светопостановкой, чтобы были определенные акценты. Одно и то же растение выглядело не монотонно, а играло. Здесь оно темное, здесь оно светлое, здесь оно вот с прожилками. Здесь, например, в середине на арке, вот прямо в середину арку, если мы сейчас смотрим, там Монте-Карло переплетена с мхом Випинг, по-моему. И она кажется не сочно светлой, а такой грязновато-зеленой. Но в этом и есть прелесть. В этом и есть прелесть, вот когда ты. Это называется интеграция, когда зритель видит все четко, видит разные растения, они интегрированы, смешаны, но не выглядят как одна клякса. Вот такая тема с интеграцией. Прикольно?
Не то слово вообще, Вот. да. Так что, ну, Здорово слушай. это все, честно, здорово это все. Я не знаю. Я вообще много раз говорил, что зарекался. Я никогда в конкурсах участвовать не буду. И там у меня аквариум только для души. Но я, честно, чем вот больше его слушаю, тем больше я думаю, что я тоже хочу так. Слушай, но Честно, я честно. повторюсь, я всегда пропагандирую, агитирую ребят за то, чтобы они участвовали в конкурсе. Они стимулируют. И, пожалуйста, пусть у вас будет домашний аквариум. Я же не говорю, что все должны быть акваскейперами. Это я информационный хедлайнер. Мне это нужно и по работе, да и в целом нужно Ну, для видишь, мне души. теперь тоже стало нужно. Я же не ожидал, что как бы, что я вот свяжусь с аквариумистикой, честно скажу. То есть я вообще жил себе и горе не знал, пока его не встретил, между прочим. То есть у меня был аквариум, там что-то росло, что-то не росло. Да, я где-то что-то мог там почитать. А потом началась fanfishka.ru, я начал смотреть на вот эту всю красоту. Потом приходить домой смотреть на то, что у меня. Нет, я не могу сказать, что у меня там рыбы кверху пузом плавали, все было нормально. Но если сравнить с вот этим, ну, знаете как, вот бывает такое, что ты пришел к человеку, он живет хорошо, у него там просто пятикомнатная квартира, там просто там все в мраморе, и ты возвращаешься в свой хрущ. Думаешь, блин, вот у меня была такая же история. Я вот это смотрел, потом смотрел свой аквариум, думаю, как бы окей, жить-то можно, ну, блин. Вот такая вот история. Вот, Дима, я продолжу в плане чего, что конкурсы они стимулируют, поэтому, пожалуйста, у вас может быть домашний аквариум, но если вы каждый год будете улучшать свою аквариумную жизнь, перезапускать аквариум, вы станете монстром. Олег, давай еще, знаешь, вот о чем поговорим. Вот смотри, вот как ты считаешь, конечно, очень тяжело к своему творению относиться критически, но давай попробуешь. Вот как ты думаешь, почему все-таки, за что снимали баллы? Что в работе могло не понравиться судьям именно с твоей точки зрения? Слушай, ну я уже озвучил главную проблематику. В этой работе мне просто не удалось поженить свой хоррор-стайл с природным аквариумом. Все-таки работа выглядит неестественно, неприродно. В целом, посмотрите, топовые работы, они на самом деле очень простые, но они естественные. То есть задача художника просто показать красивую картину. И чем она будет более естественной, тем лучше. В данной работе, ну, изначально туман, он неестественно смотрится в аквариуме. Вот это, так скажем, просто главный такой косяк, который... Ну, это не косяк, это мое желание. Но оно вот не сработало в этом году. Но мне главное, что я свой экспириенс поднял и понял некоторые вещи. То есть, например, в следующий аквариум я буду делать... Я, может, откажусь от своего хоррор-стайла, да, и буду делать... То, что все-таки более каноничное и классическое. Посмотрим. Следующий год покажет нам это. Ну а так, если пробежаться по ошибкам, то ну, могу сказать, что в целом идея была закрыта травой. То есть, как такового хардскиппинга вы не увидите. Если в языке тролля вы видите камни, видите ее фактуру, то здесь, ну, например, просто большое количество растений. Да, они красивые, много деталек, много чего интересного, но. Красота камня, допустим, не показана. В целом работа, если говорить о моем хорроре, то есть если говорить, я услышал просто такое мнение, и в принципе соглашусь, в комментариях мне написали, что ну а какой здесь хоррор, если здесь феи летают, да, и все такое достаточно мультяшное. То есть я соглашусь, что ну никакой-то злобы, по сути, в аквариуме-то не получилось, никакого всадника без головы, Тима Бертона нет. В этом аквариуме. Он такой миленький, замечательный, такой пушистенький аквариум получился. Поэтому, ну, вот такие акценты, которые я вижу сейчас, спустя пару дней. Я отвечу, мне один товарищ, Дмитрий Бондаренко, привет тебе, наш соотечественник, гражданин Украины, но перебрался он в США, он мне задал вопрос, слушай, Олег, а в чем косяк работы? Всем надоело Монте-Карло? Да нет, я отвечу, Дим, тебе так, что посмотри на топовые работы, во многих работах есть Монте-Карло. Здесь не проблема в растениях, здесь именно вопрос именно в том, что работа моя в этом году, она получилась неестественная. То есть, если ты гнешь какую-то свою жесть, хоррор, то ты и показывай его на достойном, классном уровне. Если это не получилось, скажи, ну не получилось. Вот и все, и следуй дальше. Так что тут проблема не в растениях. Растения выглядят шикарно, задумка в целом красивая. Но и я не дотянул свою идею
до, скажем, того акцента, который бы я хотел показать. И, естественно, она не ложится в канву вообще природного аквариума. Поэтому, ну, 300-е место – это хорошее место для этой работы. Будем стараться дальше. Ну, примерно так. Угу. Дальше я, конечно, еще детально разберу свою работу, посмотрю, что в ней не так. Но отмечу, что просмотрев топовые работы топ-100, я, конечно, понимаю, что в этом году мне, ну, рассчитывать, в принципе, не на что было. Ну и здорово. Здорово, это мне, так скажем, пинок под задницу в следующем году собраться и дать огня. Олег, я еще, знаешь, хочу тебе такой дружеский комментарий дать. То есть я вот тоже пересмотрел абсолютно все работы, которые поднялись действительно высоко. И вот что я хочу отметить. Честно, когда ты мне работу прислал, а работу я это видел значительно раньше, даже чем судьи на конкурсе, чем вы, в закрытом формате, мы, естественно, все это дело уже обсудили с Олегом. Мне это тогда в голову не пришло, но когда я посмотрел вообще, какой сейчас тренд и какие работы получают высокие места, я вот себя на какой мысли поймал. Обратите внимание, особенно первые три места. В работе передан огромный объем. То есть вот работы кажутся не то, что не плоскими, у них прям... Ну, это здорово очень сделано. Диорама. Работа с перспективой. Да, то есть она не кажется картиной. Они вот на самом деле это здорово вообще, что есть такие конкурсы, что люди начинают делать что-то новое и идут дальше. У них работа представляет, вот если смотреть на фотографию, она голографией выглядит. То есть у вас где-то вот туда еще экран просто продолжается. И вот это, наверное, классно. И вот я думаю, что тебе стоит в следующем году где-то в этом направлении тоже подумать. Потому что вот этот шикарный пень, который выиграл первое место, это, конечно, супер. Честно. Слушай, ну опять же, давай подискутируем. Я не хотел в этом ролике говорить об этом, но раз ты задал такой вопрос, такую подводку сделал, ну вот смотри, вопрос в чем, что если посмотреть все топовые работы, то сейчас в Омановском конкурсе есть тренд. Насколько я слышал, это называется малазийский стиль, который вот привил Джош Сим, привнес в акваскейпинг. Это огромное массивное бревно на весь аквариум. Да, его сложно сделать, но, например, лично мне такая стилистика не очень импонирует. Вот посмотри, очень много работ в этом году сделаны именно по, так скажем, по завету Джоша Сима. Бревно огромное, красивое бревно, не спорю, это очень сложно сделать. Но по сути все работы заключаются именно в этом. Коряга, бревно и жутко большой акцент на черноту. Причем чернота даже без акцентов, просто темно. Слушай, ну то есть не я один это заметил, да, на самом деле это есть. Просто вот именно вот эта игра на контрастах, очень там, так сказать, темно сзади, очень светло спереди. То есть по всем законам перспективы и светом пытаются люди передавать вот это третье измерение. И цветом, опять же, да, то есть даже вот по посадке растений это видно, что... Все, вот особенно в топовых работах видно, что человек пытался растянуть вот это изображение туда куда-то в бесконечность. По поводу темноты и дерева, да, ты прав, это многие отвечают. Но вопрос в чем, что, пожалуйста, давайте сделаем свой русский аквариумный конкурс. Мы, к сожалению, уже много лет назад утратили конкурс кадр, конкурс аквариумного дизайна России. Вот будет у нас отечественный конкурс, пожалуйста, будем задавать свои тренды. Но пока мировой акваскейпинг вот упирается вот в это. Это красиво, вот лично мне, например, я уже сказал, это не очень нравится, но это лично мое мнение. Не надо говорить о том, что фу, это некрасиво. Это красиво, это замечательно, сегодня такие тренды. И, скорее всего, да, в следующем году я, скорее всего, буду идти вот по этому пути, делать простую работу, не проблемную, не делать каких-то там сумасшедших арок, каких-то придумывать какие-то туманы или там зеркала слева-справа. Ценность работы в акваскейпинге именно заключается в ее естественности и простоте. Вот посмотрите, пожалуйста, уважаемые зрители, еще раз после моих слов, работы топовые, особенно работы от 100 до 50. Там многие работы, ну, простые, изи, абсолютно изи. И задача просто красиво, гармонично показать то, как делает природа свои... Природа сама по себе красива, не надо ей мешать, мне кажется. И вот я больше чем уверен, что если в следующем году
Ребята, посмотрев на меня, посмотрев на конкурсные работы других участников, топовые, не топовые, загорятся и поучаствуют, то многие даже будут удивлены, что они займут там не какую-то тысячную позицию, а зайдут в 300 и даже, может быть, в топ-100. Задача просто сделать естественную, красивую, гармоничную композицию. Для этого даже не обязательно пыжиться сильно и стараться. Просто красиво поставьте камни, покажите свою идею, покажите свою душу. И я уверен, что у многих получится это, и Россия будет гораздо лучше представлена на международной арене. Спасибо за такой комментарий, на самом деле, развернутый. Ну, получается, что мы с тобой во многом, так сказать, пришли к солидарности по результатам конкурса. Ну, я, честно, я тоже считаю, что вот победители заслужили в этом году. Конечно, они, знаешь, как они сделали именно все. Они сделали то, что от них ждали. Вот, да, но возможно, изобретение велосипеда, это, конечно, очень интересно и здорово, но вот видите, как именно для участия в конкурсе это не всегда необходимо. Слушай, ну вот я и подвожу к этому. Я когда посмотрел первый раз Айлпак, я, конечно, расстроился, и все работы, фу, это не та работа, это не та, ой, да опять эти коряги, бревна. Неправда, то есть работы действительно топовые, работы действительно красивые, и россиянам действительно надо стремиться просто видеть это, не говорить о том, что вот, знаешь, как некоторые товарищи говорят, вот, Такаши Амано, к сожалению, умер, и все, конкурс скис, я участвую только лишь потому, что вот, потому, да ну, глупости, время идет вперед, есть определенные тренды, определенные усовершенствования, нельзя говорить о том, что вот 20 лет назад было так, а сейчас это не так, то есть это все нафталин, на мой взгляд. Но в то же время, то есть, всегда надо уважать мнение автора, то есть, если автор так чувствует, ради бога, главная задача автора и слышать критику, и гнуть свою линию, а там видно будет, ну, как-то так, наверное. Как-то так. Ну вот. В любом случае, я хочу сказать, что, например, я счастливый человек. Счастливый, потому что у меня получается делать свою душу богаче. И через свои успехи или неудачи показывать людям красоту аквариумного мира, делать этот мир лучше. Я очень надеюсь, что через наш лайв, через мои статьи на фанфишке многие люди загорятся, многие люди сделают первые свои шаги в аквариумистике. Пусть это будет даже домашний аквариум, но красивый. Я очень надеюсь, что в следующем году количество ужасных аквариумов с петушком, с петушками, а вернее с трупиками петушков, станет меньше. Я очень надеюсь, что аквариумистика России все-таки обретет свой рассвет. И я буду рад, если я поспособствую этому. Поэтому все ребята, которые участвовали в этом году, огромные молодцы. Олег, спасибо тебе большое за такие слова и вообще за сегодняшнее интервью. Благодарю тебя за твою классную работу. Это все равно, на это было очень приятно смотреть, и мне, я думаю, не только мне. И, наверное, пришло время попрощаться с нашими уважаемыми подписчиками, пожелать им удачи и новых успехов в аквариумном творчестве. Не бойтесь участвовать, не бойтесь писать, не бойтесь комментировать, не бойтесь критиковать, но делайте это обязательно обоснованно и по-доброму. А с вами был первый аквариумный медиаресурс fanfishka.ru. Меня зовут Печальный Октанутус, у меня сегодня был Олег Мацевич. Всем спасибо, всем пока, но мы продолжим. Всем пока.